hippy hip hip hopper, you don't stop. Rocking to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogity beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my charms are going to try to move your feet. You see, bother youth, bother youth, bother youth, bother youth, листья. Yeah. Ну и пусть зато прозрачный свет. В памяти, в памяти, в памяти, в памяти лица. Странно, не правда ли? Это не реверс. Скорее, не дай. Привет, дом моего друга, который тут видел. Замечательно просто. Добавили еще двойку, было вообще замечательно. Новенький закон. Йо, выпизда готов. Да еба. Духовный запах. Ебарвон. Кстати, дорогие друзья, вы смотрите программу «Не очень-то и путевые заметки». Как вы видите, мы находимся в городе Могилев, Могилевской области. О, даже целый комплекс дома правительства поместился в кадр. Могилевская область, конечно, может себе позволить построить такие большие сооружения. Итак, это дом правительства. Типичная такая советская застройка. Колесо обозрения в парке имени Горького. Гостиница Могилев, бетонная, 72 года. А вы хух на блюде! Вот она, заброшенная стройка. Сейчас накатим за дедов и за Россию. Да накатим, мы накатим за Путина, за Россию. При любом раскладе эту ночью мы накатим. Этих видишь полный день. Я скажу тебе, уже чуть-чуть разложу детально. Мы радикальны. А если ты не ватник, загинем ты душатник. Разложу детально. Мы радикальны. А если ты не ватник, тогда ты гей, я ватник, я русский парень.